разлетались куски, как топоры разлетались куски. Никто не мог сделать даже, нанести даже царапину этому дереву. Вот. И опять Махараджа Индрадюмна подумал, какой смысл вообще во всем этом, что толку. Но тут пришел какой-то старик. В какой-то момент, когда уже все отчаялись, появился какой-то старый, сагбенный человек с бородой, с седой весь, и сказал, я делаю тебе выступ, никаких проблем. Однако с одним условием, никто не должен видеть, как я это делаю, никто не должен заходить туда, когда я буду делать эти божества, никто не должен видеть, и вдруг на... Я не могу.